Один момент. Оу, привет, ребята! Ничего не потеряли? Нет, лучше помоги нам с коробками. Я занят. Эй! Куда пропали очки? Очки? О, папа! Акин, это ты взял очки? Нет, но я их найду. Ладно, я помогу. Спасибо, я проверю тут. Где же очки? Я никого не вижу, а ты? Тоже. Амелия, резинка! Класс, Акин! Акин, смотри, носок вора! О, я так и знал! А резинка злой Амелии! Забавно! Говорите, где папины очки? Какие очки? Мы все знаем! Вы украли у папы очки! Да! Мы? Нет, это не мы! Признавайтесь! Иначе... Папа! Да? Ты туда, а я сюда! Что? Бежим! Акин, догоняй! Ладно! Ага! Да! Простите, нужна ваша машина! Спасибо! Что? Теперь отступать некуда. Отдавайте очки. Что здесь происходит? Мы знаем, кто взял твои очки. Это они. Вор и злая Амелия взяли очки? Нет, это не мы! Ребята, я наконец нашла папины очки! Вау! Но... Что? Но ведь все улики указывали на них! Что ж, вы ошиблись! Думаю, вам стоит извиниться перед ними. Простите. Простите. Ребята, простите, вернитесь! Ну ладно, пойдем прибираться. Хорошо. Руки вверх! Да! Что? Ай! Ух ты! Класс! Берегитесь! На пляже было так весело! Да, супер! Давайте перекусим! Пошли! Пошли! И я проголодался!
Пока. Как же здорово! Да, да, да. Тогда я пошла. А там? Да. А я что сразу... дальше? Что? Что это? Что это? Сработало! Вкусно! Я вам кое-что принес. Опять ты? Опять я? Ой. Вор! Вор! Вор, ты крадешь нашу еду? Ну да. Простите. Я ведь просто хотел поесть. Эй, дяденька. Это что, мне? Да. Спасибо.